Добрый день, представляю вашему вниманию микс «Зима». Это первый сорт, подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такого классного платья, шифончик Body Flirt, евро 50. Так, здесь у нас блуза Эричка. Наверное, даже это экстра плюс первый сорт, вот так. Дальше у нас идут брючки 42 размерчик, такие прям классные. Шифоновая блуза евро 36 H&M. Zara XS брючки, искусственная кожа. Атласная блуза S-очка H&M, юбочка, евро 34, платье XL, такое вот длинное, не просвечивает, вельветовый сарафанчик, размерчик S, танковочка на пуговках, размерчик SM, джинсы 42 размер H&M. Street One, танковочка евро 36, такая вот. Платье, размерчик M, SM, евро 38, штапельный материал, блуза, брючки, джеггинсы евро 40, джемпер на пуговках, размерчик LXL, юбочка 38 размерчик, цветочки вышиты, очень такие классные. 134-я арестовочка C&D платье, штапельный материал. Эмочка, штапельный материал, блуза, брючки, манго, евро 34. Элечка, рубашка, такая плотненькая. Юбочка под замшу, 40-й размерчик. XL, блуза, шифоновая, просвечивает. Толстовочка, имеются небольшие загрязнения и катышки. Внутри петелька, размерчик L. Штапельный материал, блуза. Размерчик S, платье без чашечек, без косточек, размерчик SM, джемпер, имеется вот здесь небольшое загрязнение, высокий воротничок, размерчик M, так, танковочка, как блуза даже можно сказать, размерчик LXL, здесь на 42 размерчик, штапельный материал, блуза, джемпер с высоким горлышком, размерчик M. Джинсы, есть вот небольшие загрязнения, евро 40, скини. Так, здесь у нас блуза, размерчик M. Джемпер евро 46, очень плотный, мягкий. Так, блузочка шифоновая, евро 38, с подкладом не просвечивает. Здесь у нас брючки, размерчик L. Имеются вот здесь вот загрязнения, они поверхностные, легко удаляются. Платье, размерчик M, спинка немножечко так вот открыта. Only 28 размерчик джинсы, имеются потертости. И тут тоже потертости. Так, XL, блуза, штапельный материал. Здесь у нас S-очка, танковка, леггинсы, спортивный трикотаж, S-очка. Nike, Джессика, шифоновая блуза XL, брючки, здесь вот по шву немножечко разошлось, размерчик не указан, я думаю, что эмочка, платье Sensei, эмочка, велюровая, джемпер, размерчик ML, имеется небольшое загрязнение, платье XL, Binotti, штапельный материал на пуговичках. S-очка, спортивный трикотаж, леггинсы H&M. Джессика, такая вот блуза. Размерчик L. ML даже так. Only XL. Такие вот замечательные брючки. SM накидочка. Идет она вместе с поясом. XL, штапельный материал, блуза. 42-й размерчик, джеггинсы H&M. Тут коленочки немного стерты. Платье, платье-рубашка, эмочка, шорты, эмка, спортивный трикотаж, элечка, танковка, джинсы, джеггинсы, 164-я ростовочка, здесь вот имеются такие потертости, шифоновая блуза, евро 42, H&M, просвечивает, эмочка, танковка, так, джинсы,
размер не указан, я думаю, что, наверное, на 13-14, может, 15 даже лет. Здесь вот имеются такие загрязнения, но они поверхностные, легко удаляются. Евро 40 блуза, такая как бы атласная, так, H&M на пуговках. Евро 38 H&M джинсы с необработанными краями. XL 2XL танковочка. Спортивный трикотаж леггинсы, размерчик 170 ростовочка, ну, я думаю, XSS подойдет. Юбочка со вставочками искусственной кожи, Only, размерчик S. Евро 38 танковочка. Толстовка M-ка на замочке, внутри флис. Брючки L-ка, спортивный трикотаж, резиночки внизу. Так, танковочка S-ка, имеются загрязнения небольшие. Юбочка. Юбочка Элька, спортивный трикотаж, брючки 42 размерчик, жакет флисовый 52-54 на пуговках, такой плотненький, брючки размерчик ML, шейн платье Элечка, шифончик с подкладом, джемпер, так, размерчик L, очень мягкая вязочка, прям пушистенькая. Юбочка размерчик ML, такая плотненькая, платье S-очка. Так, здесь у нас Adidas, евро 38 танковочка на замочке, спортивный трикотаж, юбочка 134 ростовка, искусственная кожа, джемпер на пуговичках размерчик M, брючки XL, джемпер на пуговках L-очка. Это еще не все. Такие вот шорты, размерчик L, платье. Внутри начес, размерчик M. Такое вот тепленькое. 146-152 танковочка. Танковочка, размерчик L. ML даже так можно. Элечка, танковочка, спортивный трикотаж. Блуза, Элечка. Имеются катышки на тоненьких бретелях. Здесь у нас элечка, танковка, танковочка, эсочка, элечка, танковка, танковка с капюшоном, элька, джессика, блуза, размерчик ML, элечка, джессика, танковка, танковочка, вот здесь сеточка идет, размерчик S, спортивный трикотаж, брючки, 164 ростовочка, вот на коленочках такие вытертые, получается, пятнышки какие-то. Так, здесь у нас танковочка 38-40, джемпер эмочка, тянется хорошо, 42 размерчика футболка, брючки, размерчик 38-40, коленочки тоже вытянуты здесь. Здесь блуза с открытыми плечами, шифоновая, размерчик L, эмочка, джемпер на пуговичках, брючки, 38 размерчик, расклешенные к низу, сприт LXL, танковочка, Zara M-ка, платье, брючки, так, 28 размерчик, такие вот, вообще прям как новые. Так, здесь у нас танковочка М-ка, спортивный трикотаж, брючки М-очка, джемпер М-ка. Так. Здесь у нас брючки, спортивный трикотаж МЛ, такой вот жакетик, размерчик М, брючки S-очка утепленные. Довольно-таки прям, ну, зимние, балоневые. XL куртка, стеганая, очень такая тоненькая, имеется вот здесь вот небольшие загрязнения. Здесь у нас куртка размерчик S с капюшоном. Тоже такая плотненькая. Пальто с капюшоном. Здесь у нас такое вот загрязнение поверхностное, мне кажется, оно прям быстро уберется влажной салфеточкой. Размерчик S. Куртка, элечка на замочке, на клепочках, с капюшончиком, внутри капюшона флис. Так, элечка.
куртка, размерчик М, имеются небольшие загрязнения, М-очка куртка, такая плотненькая тоже, здесь вот есть небольшие загрязнения, где кармашки, где рукава, где шея тоже немножечко есть, и капюшончик есть. Так, здесь у нас S-очка жилет, такой прям плотный, классный. H&M евро 40, вот такая вот куртка. Здесь вот краска облупилась на застежечках. Искусственный мех не отстегивается. И есть еще вот такой вот капюшон. Также еще в лоте есть вот такая вот кепочка плетеная. На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.